Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме, ссылочки в описании. Сегодня 11 августа. Ночью шел дождь, а сейчас жара распогодилась. Около 33 градусов на улице. Солнце печет, море волнуется, а ветра нет. Смотрите, море разных цветов. Ближе к берегу прибивает грязь, а дальше синева. Видно, как вот цвет серый, голубой и темно-синий. Ну, народ купается, катается на волнах, загорает. В общем, отличная погода. Никому горки не мешают отдыхать. Такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!